Нет, беги, Совушка, беги! Только посмей, дрянь! Нет! Боже. Что ты такое? Что тебе надо? Выглядит так, как будто бы она просто из чистейшего зла. Она ненавидит ни духов, ни просто никого, короче. Она ненавидит всех. Ку. 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 Ах ты, собака. Ах ты, дрянь. Да ладно. Сделай что-нибудь. Ты же могущественный дух, мать твою. Он хочет, чтобы мы шли за ним. Но Совушка дышит, она дышит, она не погибла. Но ей сделали очень больно. Твоя подруга, мне очень жаль. Голос леса сделал для нее что мог, но свет его слаб. Эти темные времена принесли много страданий, особенно самым маленьким созданиям. Когда Ивы не стало, свет разбился на части. Скилобар.
Духов не стало, и наш мир пришел упадок. От былого света остались лишь тусклые огоньки, да и те разлетелись. Брошенные на произвол судьбы, они вскоре угаснут навек. Это лишь вопрос времени. Но Моки помогли мне разузнать, где они упали. Память леса скована морозом на севере. Его глаза сокрыты во тьме на юге. Его сила погрузилась под воду на западе. Его сердце погребено в зыбучих песках на востоке. А его голос стал твоим спутником. Только этим огонькам под силу справиться с прилечившейся бедой. Слишком долго я прятался в своей лощине. Я тоже отправляюсь на поиски. Прощай, дитя. Возьми Ури, тебя унесет далеко-далеко. А мы останемся и присмотрим за твоей подругой. Знаете, вся эта ситуация очень хорошо дает понять одну такую фразу наших родителей, которая звучит: «Будьте аккуратны в погоне за своими мечтами, когда покидаете родительское гнездо». Ладно, ладно. Я на самом деле хотел бы сейчас вернуться к Ку, посмотреть, как она там, но я доверюсь Моке. Я уверен, что они о ней позаботятся. У нас сейчас план примерно такой. Нам нужно будет, наверное, в первую очередь сходить за сердцем, которое находится в песках. Почему именно туда? Потому что все остальные места для нас были закрыты. Под воду мы пока пойти не можем. Под воду пока пойти не можем. Под землю и в лед тоже, по идее. Я его очень поздно увидел. Так что остается у нас только путь. Только путь за его сердцем в пески. Причем этот путь лежит прямиком через тихий лес. Я не знаю, по-моему, в данный момент это самая опасная часть всего леса. И, к сожалению, это наш первая точка. Я не знаю, как далеко вообще протянулся упадок. По идее, он заканчивается как раз на границе с Кволоком, то есть вот здесь. А что внизу творится? Упадок мог пройти до корней леса? Я не знаю. Короче, так или иначе, сначала мы должны пойти... Сначала мы в любом случае должны пойти в пески. И я хочу вот что попробовать. Я хочу попробовать не использовать больше клинок духа. Давай попробуем использовать вместо него удар духа. Использовать дугу. И вот это, или... Ну, я так понимаю, что вот это без... А, нет, могу. Очень интересно. Очень интересно. Я думал, что без куи не смогу это использовать. Ясно. Так, она очень опасна. Слушай, слушай. Вот это растение. Вы дали одну такую интересную теорию, она мне очень понравилась. Вот тот смрад,
с которым мы встретились. Вот тот смрад, с которым мы встретились... Не туда. Ага. На этой, как ее? На мельнице. Выдали интересную теорию того, что это... Что это мог быть вот такой вот цветок просто. Не совсем забыл, что это вода. Вот такая. И еще один. Угу. Давай лучше не будем с ним связываться. Лучше оставим его в покое. Кстати говоря, мы могли сюда пройти, по-моему, просто через портал. В общем, интересная теория, которая гласит, что тот смрад — это просто большой гигантский цветок-переросток вот такой. Это очень даже может быть. Вот если посмотреть на вот эти вот цветы, с которыми нам приходится сейчас сражаться. Кстати, а как здесь Ки поживает? Может быть, он может... Нет, он не уйдет отсюда, скорее всего. Ты отсюда не уйдешь, верно? Прислушайся, слышишь, как вздыхает на ветру мое последнее, да, последнее дерево? Без целителя, боюсь, скоро его голос затихнет навеки. Ступай, дай мне погоревать о своем саде в тишине, да. Он не захочет отправиться. Он просто не захочет. Я просто подумал о том, что, может быть, получится его... Слушай, надо вот так сейчас пробовать сделать. Что, может быть, просто получится его отправить в наш городок? А, стоп! Я просто подумал, что я могу, может быть, на этом пирожке взлететь. Но я могу им только сдувать что-то, и все. Хорошо, ладно. Кошмар, прям чувствуется вся боль леса. Композиторы просто боги, я не знаю. У меня есть такое чувство, словно мы сами идем немножко... Кстати, по идее, мы можем сделать вот так, да, чтобы не... Не бежать столько. Редко пользуемся просто этой способностью, я и подзабыл. Я немножко подзабыл за нее. Кстати, а наушники в руки, чай на голову? Шай, а мы, получается, без Ку, похоже, здесь не сможем пройти. Да, единственная проблема этой кувалды только в том, что она очень долго замахивается. Блин, какая красота. Меня очень пугает вот это вот движение на фоне. Такое впечатление, как будто бы оно на это прям реагирует. И эта тварь может быть там. Тоже очень странная тварь. Я не понимаю, что она такое. Она выглядит как чистейшее зло. Мы ей ничего не сделали, Ску. Какого черта? Почему она нас так ненавидит? Я не понимаю. Нам надо как-то пробраться за этот кусочек ивы. Неужели нам все-таки рано туда? Ну, честно признаться, я тогда не знаю, что сейчас сделать. Потому что я был уверен, что нам везде рано. Хм-м.
Хорошо. Это что такое? Это покорение высот, найти пламя, память леса, которая находится на заснеженных вершинах. Слушай, а может быть мы этим пёрышком, может быть нам надо все-таки пробраться на вершину сейчас? Может быть мы сможем с помощью этого пёрышка пощекотать медведя? Как вам такая идея? По-моему, самоубийственная. В какой-то степени, да? Я думаю, что стоило бы сейчас вернуться в любом случае в город. Переговорить с нашими друзьями. Ее сейчас, кажется, ее сейчас убило обильное количество света от Ори. Ха. Любопытно. Очень любопытно. Так, Горлок, мне, в общем-то, тебе, по-моему, пока нечего предложить пока что. Нынче все идет не так. Надеюсь, твоя подруга поправится, когда свет вновь станет целым. Мои горлоки когда-то укрыли огонек того света на моей родине, что далеко на востоке. Над холмами возвышались шпили наших творений, а потом ветер и песок сравняли все с землей. Если пойдешь туда, обереги себя. Тяжелое это место. О, да, я не сомневаюсь. Да, действительно, этот пик где-то за тихим лесом. Так, у нас как раз 4 штучки есть. И, кстати, вы мне подсказали, что, в принципе, эта руда больше нигде не используется. Меня просто немножко сбило сбил в смысле вот этот наш мудрец горлоковский. Он же нам сказал, я просто забыл, как его зовут, извиняюсь. Он мне просто сказал, что он вроде бы как мастер, и вроде как может что-то сделать с рудой, но я, честно признаться, может быть, я что-то его... Может быть, я его просто не понял до конца. Угу. Я все время забываю, как его зовут, блин, почему-то. А, вот ты мне об этом говори. Офар, точно, помнишь, что... Помнишь, что как-то так твое имя начинается? Так, а это что такое? Подводное дыхание. Ого! Ничего себе. Так, выбрать колодец духов на карте, принесись к нему из любого... Так, мы же и так этому... А, это у нас действительно и так есть. Слушай, ничего себе, ну давай. То есть, это, в принципе, идет как перманентная, да? Перманентный навык. Слушай, здорово. Нам сейчас в первую очередь надо поговорить, наверное... Саламандра, которая здесь ведет наш счет. Говорят, что она знает довольно много всего. Помните, тут, кстати, было нарисовано, что мы что-то с вами пропустили. Сейчас этого здесь нет. Дело в том, что игрушка обновилась, и мне кажется, что это был, видимо, глюк какой-то. Видимо, это был он. Слушай, тебя здесь не было? Иногда я брожу туда-сюда. Как-то раз мне довелось побывать у Светлых Озер, там очень красиво. Их можно увидеть, если залезть на большое колесо за родником. Если забраться на самый верх и оттуда двинуться к западу, вскоре окажешься у Светлых Озер. Ага. Ток. Я слышал, что стало с твоей подругой. Мне очень жаль. Жаль твою подругу и ту, что ее ранило. Отвратительно, когда сильные обижают слабых. Но огоньки воссоединяются. Хоть это обнадеживает. Что-то должно избавить нас от мрака, пыли и песка. Может, этим чем-то станешь ты? Иногда мне кажется, что на Оре слишком много взваливают на его маленьких руки плечи. А ты пауков боишься? Я вот ни разу их не видел. Но как только увижу, сразу забоюсь. Говорят, пауки водятся в заросших недрах. Их там много. Хорошо, что их оттуда не выпускает каменный хранитель. А, слушай, похоже, здесь у каждого места есть свой хранитель. Свой титан, как волок. Да? Я прав? О, нет.
Нет. Нет, 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 нет. Но он должен знать. Дух, как там в тихом лесу? Как моя семья? Это кукла моего ребенка. Но она окаменела. Нет. Мне пора домой. Только не говори, что ты сейчас туда вернешься. Я б на его месте вернулся. Я бы вернулся. Мои покупатели шепчут о твоей подруге. Говорят, что ты пытаешься ее спасти. Когда-то и у меня была подруга, а потом остались лишь сверкающие осколки. О да, твоя сила восхищает, и я запомню, как тебя зовут. Не желаешь улучшить свои осколки? Ну, честно говоря, очень желаю. Но нам надо какое-то просто гигантское количество этого всего. Просто гигантское. Что у нас, кстати, есть? Окаменевшая ветвь. Окаменевшая ветвь. Кому она может пригодиться, интересно знать. Пряной суп тоже, который нужно кому-то отдать. Где-то у нас было семечко. Особое такое. Никто за него почему-то не спрашивает. Ну, нам нужна саламандра. Она много чего знает. Я как раз хотел ей задать вопрос. Я видел, что Крик сделал с твоей подругой Ори. Мне очень жаль. Знаешь, думаю, Ку о чем-то ей напомнила. О чем-то, что она хочет позабыть. Она ведь тоже когда-то была маленькой и слабой. Она не любит об этом вспоминать, Ори. Но кое-что Крик все же проглядела. Ку сильная, я точно знаю, я за ней наблюдал. Хм. Так, тихий лес вызывает скромные Но есть там и кое-что интересное. Старинное святилище для духов. Если вернешься туда, помни, что я с тобой, и я от тебя не отстану. Надеюсь, кроме нас с тобой там никого не будет. Так, я буду знать. Раньше я наблюдал из-за Крик, когда еще не знал, во что она превратится. Я видел, как лес ее обидел, видел, но промолчал. А потом смотрел, как она мстила. Поначалу она портила деревья, а я смотрел. Потом стала разорять гнезда, а я смотрел. Просто смотрел. А потом она нашла деревню Моки. Ох, мне б твою храбрость, но я и носу не высунул из укрытия. Иногда вот думаю, а вдруг я смог бы ей помешать? Но нет. Я ведь всего лишь Матей. Мое дело прятаться и наблюдать. Слушай, он очень... очень интересный. Он знает чертовски много. Ух ты, ух ты! Этот суп из болотных моллюсков пахнет даже аппетитнее, чем выглядит. Матушка всегда его готовила, когда я простывал. Пряной суп – самое то, чтобы как следует согреться. Кстати, я слышал, как в пределе Баура кто-то чихал. Лучше поспеши. Тем, кто чихает, негоже торчать на холоде. В пределе Баура, похоже, этот суп надо этому... этому, кто чихал. Не-не-не, чихать не надо. А предел Баура это у нас здесь. Мы пока не сможем. Не, ну в принципе, по идее, мы как раз туда и сможем сейчас попасть, если мы пощекочем нос кое-кому, да? Хорошо. Хорошо. Не только можем на самом деле попробовать пощекотать нос медведя, можем еще попробовать наконец-то пойти под воду. Для начала давай сходим к медведю. Ты ведь знаешь великого Баура? Он могущественный хранитель, только спит все время. Чтобы его найти, нужно повернуть на север, не доходя до родника. Туда мы и отправляемся. Предел Баура. Угу. Хотел поискать секретки, но
вы мне дали подсказку, что, оказывается, где-то ближе к концу должны дать карту. Карту со всеми секретками. Поэтому я решил пока не заморачиваться. Здесь живет великий Баури. Он устал от долгой зимы, который принес в его владение упадок. И теперь он спит. Но память леса еще хранит в себе весну. Может, и Баури не вспомнит, если выйдет его разбудить. Ну, я попробую. Давай все-таки попробуем. Ну-ка. Баур? Получилось! Баур, давай, просыпайся! Он один из этих духов. Мне снилось, что ты придешь, дух. О, но уже поздно. В этих краях царят лютый мороз и стужа. Весеннее тепло дремлет под толщей льда на вершине горы. Здесь нечего делать, только спать. Баур, ну ты Соня. Вставай, говорят, мы уже приплыли в Моровин. Ну хорошо, когда мы сможем принести весну этому месту, я думаю, что он проснется все-таки. Ну, подниматься нам довольно высоко, я вам так скажу. Когда-то на заснеженной вершине горы, что по теле Баура, мерзнет огонек. Так интересно. О, господи. Что это такое? Кто-то льдом кидается? Так интересно, получается, что Ива была раздроблена, то есть был Сейн когда-то. Я хотел сказать, что Сейн, который находится в Нибале. Ух, йоу. Получается, что он тоже может быть под угрозой вот такого вот... Вот таких событиях, по сути. Я не знаю, что здесь произошло, но получается, что... этот Ива, она разробилась на несколько вот таких вот осколков. Ага, за это можно было зацепиться, похоже. Но когда-то она была точно таким же древом духа. Что могло произойти, что ее раздробило? Слушайте, я упертый, я все равно это сделаю. Плохая идея, но я постараюсь аккуратненько. Аккуратненько, ой, я тебя прошу, аккуратненько! Ты ему нос чуть не поцарапал, боже, Ори! А ну идем сходим сразу вниз. Ух, елки! Так, стоп, это котел!
У меня взмах. То есть, в принципе, мы можем здесь растопить. Точно. Точно, точно. А ну, давай попробуем. Извиняюсь, я отвлекся. Давайте попробуем еще разок. Сначала пробуем поджечь то, что под нами. А потом то, что справа. Нет. Хорошо. Может быть, то является сердцем всего этого места. И если я просто его подожгу, то здесь все поплавится. Задница. Я не ожидал. Я просто думал, что это стволик или что-то в таком духе, или очаг. Ну, все что угодно, но никак не... Никак не растение. Как интересно. Но ему, в общем-то, все равно. Угу. Но нам теперь надо отсюда как-то как-то выбраться отсюда. Попробуем его просто одурачить. Угу. Возможно, таких мест... да, смотри, там сзади... Во-во-во, оно начинает немножко разгораться. Возможно, я таким образом смогу сюда принести... весну. А, ого. Барнакла, слушай, ну это прям... Я прям не ожидал. Это просто могут быть очень опасные враги. Кстати, интересно знать, я могу? Да, гнездо уничтожается. Я не очень хочу это делать, но у меня просто нет другого выбора. Если я это не сделаю, они меня просто съедят. Я просто понимаю, что по факту они свою территорию охраняют. Кстати, вот эти колючки, они могут меня как-то повредить? И, кстати, огня здесь нет. Я не знаю, как поджечь этот. Может быть, и нет. Он нам не поможет. Он нам не поможет. Нам нужно что-то вроде факела. Помните, мы факелом когда-то сражались с воем? Кстати, вой. Тоже очень интересно. Я думал, что вой такой же, как... Я думал, что вой такой же, как крик. Получается, что я не прав был. Очень опасно. Невероятно просто опасно. Ай, зараза! Угу.
Я, конечно, ничего не хочу сказать, но это место реально чертовски опасное. Причем самое интересное, что здесь все живое было в своего рода анабиозе, и теперь мы это пробудили. Я даже боюсь попадать в глотку этого барнакла. Угу. Ага, вот оно. Вот нам надо что-то по типу того же, чем мы сражались с воем тогда. Интересно, может быть, то все-таки был не воин? То, что мы с вами встретили, может быть, то были тоже его сородичи? И тоже, что сказал Квирл, помните? Он сказал, что ему жалко как и нашу совушку, так и Крик, представляете? Ну, я так и знал, что за Крик есть какая-то своя трагическая история, что она не может быть чистым злом. Я знал. Не бывает чистейшего зла, всегда есть на то причина. Мы не рождаемся там с чистыми... чистым злом в сердце. И никто не просыпается, не знаю, с мыслями о том, что сегодня я сделаю самые ужасные вещи на планете. Ха-ха-ха, такой не... Нет, такого не происходит. Есть причины. Причем для злого человека то, что он делает злым, ну, я не знаю. Может быть, в его понимании это не зло. Я не беру в пример каких-то там маньяков, дебилов каких-то и тому подобных. Пример сейчас. Слушайте, я ошибся, мы, оказывается, можем парить на перышке. Мы можем парить на перышке, представляете? Я, видимо, упустил этот момент. Давай сделаем вот таким образом, все-таки. Тихо. Я сейчас не совсем понял, что ему упало на голову, но тем не менее это произошло. Угу. Боюсь, здесь будет сложно. Здесь будет реально сложно. Причем, видите, что они сделали? Тут нужно уже успеть. Давай. Любопытно. Надо ей немножко вверх кидать. Тогда я успею за ней. Я смогу тогда очень долго жонглировать. Да. Что вот это такое? Вот эти пески, я не знаю. У них еще что-то есть? Какие-то личинки? Может быть, это снег? Сугробы? Прости, сегодня я не стану твоим обедом. Найди себе кого-нибудь другого. Ага. Ну теперь они нам по зубам. Великолепно. Ясно. Получается, что все не так просто. Это мы сейчас освободили... Точнее, это мы сейчас здесь огонь разожгли, чтобы что-то там произошло.
Причем я так просто тоже здесь не выберусь. Боже. Я. Ага. Я же прав? Этот огонь, который мы разожгли, влияет на вот эти места? Ну, вроде как да. Погоди. Нет, 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 нет! Отпусти! Как ты посмел? Люпо! Почему? Ты следишь за мной, что ли? Следишь, когда я открою новые места? Приветствую! Из-за мороза в пределе буров все-таки хрупки становятся. Знаешь, как разлетается на осколки карта? Вот, я не знал. А вчера уронил одну, и осколки были острые, как стекло. Не желаешь приобрести одну из мерзлых карт? Ага. Вот это будет сама гора, судя по всему. Вроде так по карте не скажешь, что место что место сложное, но я уверен, что оно очень витиеватое. Я не успел. А план был вот такой. И я! Даже не думайте, я не стану вашим обедом сегодня. Хотя один барнакл уже попытался это сделать, у него почти получилось, я вам честно скажу. Попытка у него была хорошая. Так, это лед. Может быть, я этот лёд смогу разбить его? Быть? Его снарядом? О! Нам, по-моему, чтобы сделать что-то в городе, нужно где-то около 6 руды сейчас. По-моему. А-а-а! Вот оно как! Такой интересный вещь сказали, что здесь абсолютно все. Я вижу гору, кстати, ту, на которую мы сейчас идем. Видите? Она вон, вон она на фоне. А я могу, интересно, его... Ой! Прямо в эту самую... А я вообще вниз выкинул. Хотел попробовать его. О! Только. Хотел пробовать его в эту мухоловку. Закинуть, попытаться. Сказали интересную вещь, что абсолютно все существа здесь являются существами тьмы. Вот она. Видишь? Видишь, она великолепна. Если смотреть издалека, конечно. Крик начал здесь охотиться, когда подули ледяные ветра. Я и сам не прочь попутешествовать, но вряд ли эта пташка порхает по пределу только из любопытства. Может, эта мерзлая пустошь оказалась лучше, чем край? Откуда она родом? Край, откуда она родом? Что же лес не сделал? Может быть, здесь произошло примерно то же самое? Есть одна идея. Есть одна идея. Что мы сами сейчас не используем? Вот это? Давайте тогда использовать... Кстати, это что? Авантюра. Так, враги получают? Нет, это не то. Либо вот это, либо может быть вот это. Быстрый выстрел. Давай пробуем его. Красота. Можно еще вместо чего-то, допустим, нет, это...
Хотя, в принципе, нам это тоже не особо нужно, то есть притягивание к врагам пока что, да? Пока попробуем так. Посмотрим, как оно будет. Я думал, я смогу это разбить. Ну, я думаю, я могу, да. Просто я очень плохо попытался. Ну, у меня есть одна дурацкая идея, но я думаю, что ее стоит реализовать только после того, когда я зажгу горнило внизу. Давай попробуем. Надо чуть-чуть раньше. Так, а горнило у нас было слева, да. А, еще вверху, смотри, там еще вверху осколок от двери. Мне кажется, мы обычно дверь открывали, состоящие из двух осколков. Мне кажется, что будет дверь, которая как раз... А ну, погоди секундочку. Да, вижу. Ну, помимо того, что он наверху есть, он еще и справа. Ага. Ну, давай. Говорю, что обычно мы двери открывали, которые состояли из двух кусочков. Мне кажется, что сейчас будут двери... поинтересней. Нет. Почти споймал. Почти, зараза, споймал. Это было чертовски опасно, я согласен. Угу. Только что подумал о том, что так глядишь и не понадобится на гору лезть, если мы так все горнила позажигаем. Но что-то мне подсказывает, что это только... это будет очень локальные... места. Вообще очень сильные горнила, надо отметить, потому что они... А, ну даже мы же теперь можем дышать под водой. Очень сильные горнила, потому что они, посмотри, какие области зажигают. Это невероятно. Можно даже сюда, по идее, вернуться. Я уверен, что одну из этих горнил смогло уже зажечь. А, я им буду растопить... Да, смотри, тут уже 4 требуется. Думаю, что он уже смогло растопить ту область. Я не понимаю. Здесь определенно есть... А, я знаю. Просто спрыгнуть, да? Хм. Отлично. 6 штучек. Теперь мы сможем... Теперь мы сможем сделать в городе что-то еще. Я просто уже не помню, что именно мы что именно нам Гром предлагал. Ой, еще одно место с духом. Получается, что когда Ива распалась, то духи просто погибли. Вообще, знание того, что произошло в этом месте, может предотвратить то же самое в Нибале. Так, это световой всплеск. Запускать взрывающиеся шары? А ну. Как это? Ого! Ого! Это же чистый огонь! Ха-ха, слушай, офигеть! Невероятно!
очень много всего. Там еще какой-то росточек, похоже. Что-то мне подсказывает, что это тот, кто захочет супа нашего отведать. Кто-то чихал в этом месте, нам говорили, вроде бы как. Нет? Вот она как работает. Смотри, какой у него, кстати, красивый синий цветочек. Если бы я смог такой подруге достать, она бы была бы очень счастлива. Она любит синий цвет, а цветы тем более. Да, смотри, это еще один росточек. Нам нужен кто-то, кто хоть что-то об этом знает. Я, конечно, могу предположить, что, возможно, именно эти семена мы рассаживаем вокруг дома, но что-то я не уверен. Мне все-таки кажется, что это как-то связано с... Что это как-то может быть связано с ивой. А если так? Это просто... Просто что-то с чем-то. Так, если я правильно понимаю, то мы должны сделать примерно вот что-то в таком духе. Используя свои же снаряды, чтобы залезать еще выше. Обалдеть. Просто невероятно. А ну давай пробуем на нем. Это, конечно, жестоко, но... Кстати, не могу сказать, что она тратит прямо много. Прямо много энергии. В принципе, терпимо. Более чем. Угу. Тебе повезло в какой-то момент. А, здесь, кстати, может быть, я могу ее все-таки тоже расколоть? Так у меня пока что энергии нету, черт возьми. Кстати, да, надо помнить, что я теперь это перышко могу использовать в принципе. То есть мне не нужно, чтобы оно у меня было как-то выбрано или еще что-то в таком духе. Надо просто периодически на нем летать, и тогда я просто не забуду. Оно у нас просто только появилось, поэтому к нему надо просто немножко привыкнуть. Это надо прям как-то аж через низ идти. В общем, то, что мы оставили сами позади, вот, допустим, даже эта локация, по идее, мы уже можем сюда вернуться, забрать вот этот вот... осколочек, по-моему, да? Но мы пока этого делать не будем. Потому что все равно это все нужно будет обходить так или иначе заново. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, раз уж у нас все равно будет карта секретов, о которой вы мне говорили, то... Ха! Засранец. Будем стараться по максимуму использовать наши способности. Они прям все очень хорошо сделаны. Мне прям все хочется как-то покомбинировать, знаете. Конечно, у нас будут какие-то особенные, которым мы будем отдавать больше предпочтения, но все-таки... Страшная вещь вот это. По итогу получается, что мы все-таки, наверное, могли забраться вот в те... в том лесу. Получается, что так. То есть мы могли сначала пойти все-таки за сердцем в пески. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Моки, это ты-то здесь мерзнешь? У меня есть супчик, покушай. Чем это так пахнет? Это что, прямой суп из болотных моллюсков? Огромнейшее спасибо, я спасю. Мой любимый суп. Шляпа!
Отлично. Ну, шляпу мы знаем, кому отдать. Это суп, прямо как жизнь. Горячая, вкусная, но изредка горчит. О, да. Это да. Чай? Угу. Я надеюсь, ты вернешься домой, да? Меня просто смущает, здесь должен здесь что-то есть. Ага, оно было аж там, ясно. Так, слушай, а нам не нужно будет теперь снова, не нужно будет теперь снова говорить с Моки из-за того, что... Из-за того, что я погиб. Возможно, придется. Ну-ка. Да, ясно. Ничего страшного. Но все-таки вот такие секреты хочется найти сразу. Это довольно важно. Ну, давай пробовать. Ну, кстати, в воздухе при желании можно было бы еще задержаться с помощью кувалды. Ну да, да, кувалду можно для этого использовать. А! Ну, если бы я, конечно, все это ловил. Короче, мне кажется, что на этой... Что на такой системе мы... Короче говоря, на такой системе можно будет построить очень много всяких каверзных... моментов. Ага. Так, нужно запустить ее просто вверх. Ну, довольно сложная механика, должен сказать. Довольно сложная. Скорее, сложно привыкаемая. Надо просто понять, что она умеет, чтобы правильно ее использовать. И, в принципе, я думаю, проблем у нас особых не будет с ней потом в итоге. Так, я не знаю. Там точно что-то есть. Но как туда проникнуть, я пока не понимаю. Может быть, если бы я растопил вот этот лед? А-а. Хорошо.
Оставим это на потом. Ох, беги, Ори! Беги, беги, беги! О, боже! А это действительно снег? Угу. Я его никак не могу растопить. Да, я его никак не могу растопить. Слишком большой слой. Ну хорошо. Значит, я думаю, что мы, у нас еще получится это сделать. Возможно, с помощью как раз... Возможно, даже с помощью духа, может быть. Так, я думаю, что здесь нужно сделать вот как-то... Засранец, он меня не съел, но он меня раздавил. А? Нет. Не буду я твоим обедом. О нет, я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое еще в прошлом. Она меня напугала еще в тот раз, когда мы с ним встретились. Хорошо, что это горнило уже было... О боже. Хорошо, что это горнило уже было зажжено. Видите, иногда я не могу споймать то, что кидаю. Нет. Иногда просто не получается по какой-то причине. А, засранец, ты посмотри. Съел все-таки. Мне эти твари немножко напоминают этих тварей из Рейнворлда. Самую малость. Yes. Не, ну место сложное, сказать нечего. Действительно сложное. Ты чем-то отличаешься от своих друзей? Оу, тихо-тихо-тихо. Так. Аккуратно. Пострелять теперь не получится. Ух, второй. Зажали. Интересно, а я могу от его булавы как-то, может быть, оттолкнуться? Лучше, конечно, вернуться, чем оттолкнуться. Но просто толчок может жизнь спасти. Ага. Так, аккуратно. Ты посмотри. Так.
Вот сейчас надо действовать очень аккуратно. Я бы тебя накормил бы своим фаерболом, но, к сожалению, увы, ах, не могу. Ох, ну это было достойное сражение. Это было достойно. Ага. Боже, какое шикарное место. Снега, лед, все делает красивее. Красивее. Но вот падающие враги на голову это место не красят. Ага, я теперь, ну да, не могу избавиться, ладно. Энергии нету, чтобы от них избавляться с помощью. Чтобы избавляться с них, от них с помощью этого лука. Быстро. Все равно задел. Ладно, ничего страшного. Я бы попробовал бы, конечно, сюда спуститься. По-моему, там есть место, которое... по-моему, там было горнило, которое можно было бы зажечь. Давай просто посмотрим, почему бы нет. Я думаю, что мы сможем вернуться. Здесь был просто лед. Да, вот горнило. Оно... Отлично. Да. Я думаю, что многие будут рады этому. Так, если мы сможем превращать урон в ближнем бою в энергию. То есть нас будут бить, и технически мы будем это превращать в урон. А наш друг продает нам те же способности, которые мы можем найти по ходу, или он нам продает все-таки способности, которые мы не можем найти в принципе? Я, честно говоря, не знаю. По идее, он должен продавать способности, которых мы не должны находить по пути. Мне просто показалось, что эту способность я у него уже видел. Ну, хотя, может быть, я не прав. Возможно, это была способность, которую он предлагал улучшить. Кстати, мы уже очень близки. Нам остается просто забраться на саму гору. А на горе у нас, секундочку, на горе у нас был... Я записывал свой блокнотик. Свой капитанский журнал. У нас на... В морозе память. Там мы найдем память. Может быть, это откроет нам суть... Крика, почему она такая стала? А ну? Да ладно. Я буду гоняться в итоге с духом, который тоже умел парить по воздуху. Там, по-моему, что-то было, кстати, какой-то секретик. Я готов, давай! Я! Плохо? Да, тут проблема в том, что нужно их именно собирать. А я не помню последовательность, где они лежат. Черт! Это довольно сложная гонка, должен вам признаться.
Но если мы будем сокращать пути и использовать дэш, я думаю, мы сможем... Мы сможем. Главное делать это разумно. Вот так. Нет. Ну вот как это называется? Давай, 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 Ори! Я должен был еще успеть открыть, представляете? Открыть дверь нужно было. Тю, хорошо, давай попробуем еще раз. Идеально. Просто отлично. Но кто же знал, что нужно двери было открыть? Я думал, что они уже будут изначально открыты. Я удивлен. Так, ну а теперь у нас путь просто наверх. Только категорически аккуратно. Так, а тут что-то странное уже, тут уже... Тут вроде и снег, и при этом похоже упадок или что-то. Тихо, я понял. И похоже до сюда добрался и упадок в том числе. Засранец. Хорошо, в таком случае нам надо просто полечиться. Полечиться, набрать энергии. Угу. Они сильны. И самое интересное, что... Как бы я не смогу их сделать слабее. Они сами по себе такие, как воины, очень сильные. Вроде бы я овладел этой штучкой уже лучше. А, все равно бывает, в какой-то момент сложно зацепиться. Я тоже так могу, вообще-то. Не обольщайся. Интересно, а крик будет нам мешать собирать свет воедино? Вот он.
По-моему, Крик это почувствовала. Мне вообще кажется, что она именно в их поисках была здесь. О боже. Ори, беги! Беги! Мы с ней не спра... Мы с ней не справимся! Ясно. Беги, 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 родной. О боже. Нет. Давай, давай, Ори, беги. Боже, как? Я не знаю, чудом просто. Еще тебя здесь не хватало.